29 марта в детском саду «Звездочка» подвели итоги муниципального этапа профессионального конкурса среди преподавателей дошкольного образования «Воспитатель года 2018». Стартовавший 26 марта ежегодный конкурс выявил среди 11 участниц наиболее подготовленную, творчески активную воспитательницу. Конкурс состоялся на основании приказа Министерства образования Республики Дагестан. Организатором муниципального этапа выступило городское управление образования и городской профсоюз работников дошкольных организаций. Комментируя подведение конкурса, методист по дошкольному воспитанию городского управления образования Камила Идикова отметила высокую подготовленность всех участниц. Да, были и неудачи, были и успехи в течение этих дней. Но хочу вам сказать, вы повязаны одной нитью, той, которую мы ощутили все члены жюри и все присутствующие. Вы выразили самое благородное качество в себе – это любовь к детям. Победителем муниципального этапа профессионального конкурса преподавателей дошкольного образования стала Саида Абдурашидова, воспитательница детского сада «Светлячок». Ну, я, конечно, не ожидала, что я буду победителем конкурса. Ну, конечно, я старалась, как и мои коллеги. Чувство радости. В каждом конкурсе было что-то давалось легко, что-то не очень. Но мы переосилили это. Третье место присудили воспитателям детского сада «Улыбка» Заире Ахмадовой и прогимназии «Ивушка» Камиле Алиевой. Второй стала Рима Атаева, воспитатель детского сада «Звездочка». Проводя конкурсы среди воспитателей детских садов, организаторы преследуют цель выявить таланты, мастерство и творческий потенциал педагога. Саиде Абдурашидовой, как победительнице конкурса, предстоит подготовка на участие в республиканском этапе. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».